Через 1 километр съедьте с автомагистрали. Должны с магистрали Монако-Мюнхен решили завернуть в Лихтенштейн, поближе к князьям. Вот, поворот через 500 метров Лихтенштейн будет. Вот там табличка. Только я вообще не понимаю, где вот домов-то нет. Да. Что это за страна такая? Бурная. Ну, ж гора где прячется. Лички тут такие Лихтенштейн. Вот там наверху, вот она, скорее всего. Да, или этот Вантус, Ватус, или как он называется. Мы уходим вправо. Поедем явно в горы. Надо остаться в горы скота. Держитесь правее. Где-то правее. Вот сюда. Правее сюда. Держимся. Валрес. Не видать тут Лихтенштейна. Ну, смотри, наверное, вот этот флаг. А, вот, да, вот граница. Вот швейцарский, а вот Лихтенштейн, вот через реку. Вот да, флаг Лихтенштейна. Да, вот написано. Все. Лихтенштейн. Ух ты. О, вы въехали в Лихтенштейн. Посмотрите информацию о стране. Тут князья сплошные, и пусики опять, все княжества с собой обтерли. Князья уже от нас прячутся. Уже по своим замкам. Уже из Монако звонили, там в Люксембург, едут, прячьтесь. Будут требовать себе особого отношения. Бывает, что тоже князья. Используя второй съезд. Используйте второй цвет. Этот Вантус, похоже, он действительно там же, где вот мы живем. А вон их черные номера. Готовьтесь к правому повороту через 2,6 километра. Ну, вообще, страна, конечно, Лихтенштейн-то домики, да, ужасно. Вы превышаете допустимую скорость. Как я могу? А здесь 50 можно. Тихо. Засадили бог один раз. Морды скота пасутся. Лихтенштейнские. Все равно лихтенштейнские. Нормальный праздник, день рождения князя. Едем на национальный праздник. Я еще не знаю, что они теперь два национальных, потому что теперь два князя здесь. Один еще я, вот, давайте тоже отмечать мой. Здесь-то чужестранцев-то выпускают. А вдруг мы сегодня в казино миллион выиграем и купим Лихтенштейн. Знаете, просто пол Лихтенштейна. Власть. Сменится. Да. Князья меняем, что там, буденовку на шапку. Власть сменилась. Вы превышаете допустимую скорость. Что-то здесь идут в каких-то куртках. Сколько там вообще это? Уже 17 градусов. Вон, наверное, Вантус. Вот он на горе стоит. Через 300 метров поверните направо. Она вот туда вот.
На следующем повороте поверните направо. Или проложить? Не туда, что ли? Сюда повернули? Нет, слушай, вот туда. Переположить? Подожди, а как переположить-то? Вы прибудете в конечный пункт через 210 метров. Охренеть, а как? Ёпта. Здесь еще не проедем, что ли? Мы еще не проедем здесь сейчас. Приехали. Сейчас мы тут еще обыщемся. Интересно, у них такси есть здесь или